Нарышкинской ЦРБ не достает ремонта. Капитального здесь не было, обходились косметическим. Здание 75-го года постройки. Проводим потихонечку текущий ремонт. Меняем окна. Сейчас мы вошли в энергосервисный контракт. Медперсонал поликлиники благодарит депутата Сергея Потемкина, который в этом году помог отремонтировать два кабинета. Тут все было покрашено, а стены без конца у нас рушились, отвалилась штукатурка. Очень это было трудно нам каждый день, почти каждый год делать ремонты. За одну смену поликлиника принимает 350 больных. Несмотря на районный статус, учреждение не страдает от нехватки пациентов даже в свой профессиональный праздник. Мы сегодня приехали поздравить медработников с наступающим праздником. Конечно же, и современные методы лечения, и прекрасное оборудование у нас в регионе, в частности в Урицком районе, но в первую очередь, безусловно, спасает наше здоровье, это ваши умелые руки и ваши неравнодушные сердца. За высокий профессионализм в работе были отмечены грамотами Министерства здравоохранения сотрудники Нарышкинской ЦРБ. Те, в свою очередь, не остались в стороне. От коллектива БУФС Орловской области, Нарышкинская центральная районная больница, хотим вручить вам благодарственное письмо главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области, Нарышкинская центральная районная больница, Казначееву Михаилу Юрьевичу. Заслуженный медик России. Приказ о присвоении такого звания главному врачу подписал президент. Поделился радостной новостью с коллегами Михаил Казначеев. Торжественная часть на этом закончилась. День медицинского работника в Нарышкинской ЦРБ провели на лирической ноте. Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».